В этом видео буду проходить паркур, но я буду проходить его на велосипеде. По классике ставь лайк, подписывайся на канал, ведь мы идем к 1 миллиону подписчиков. А также пиши свой крутой комментарий. Но перед началом видео минутка рекламы. Хочешь купить робоксы, но при виде цен на официальном сайте тебе страшно? Покупай робоксы на RBX-Fail, самый лучший сайт по продаже робоксов. Веди всегда самый выгодный курс. Моментальная доставка робоксов методом трансфер. А если ты думаешь, что тебя обманут, здесь есть огромное количество положительных отзывов. Также если у тебя вообще нет денег, есть бонусная система. Пригласи своего крутого друга и получи 40 робоксов. А если нет друзей, выполняй задание и получай робоксы. Также в их группе ВК проходит розыгрыш 100 тысяч робоксов. Обязательно заходи и покупай. Ссылка в описании. Мне уже нравится, что моя шея куда-то немножечко ушла. Что со мной? Че мой Кент горбится? Не, на самом деле это вроде как достаточно прикольный режим. Я видел, как очень много челов сейчас проходят в ТикТоке этот паркур, ставит рекорды. Я надеюсь, что я буду таким же крутым и сильным паркуристом. Но пока почти хорошо идет. Ладно, в навыках катания на велосипеде я реально профи. Полетели. Оп. Оп, сюда. Летим, летим. Я немножечко смотрел все эти стримы и знаю, как что тут делать. Посмотрите, как раздаю. Оп. Оп. Кстати, если вам понравится данный видеоролик, и вы давайте соберете 2000 лайков, я думаю, это не так много для вас, вы у меня очень крутые ребята, тогда я запущу стрим, где буду проходить этот паркур на скорость. Но он достаточно таки не длинный. Посмотрим, за сколько я сегодня смогу пройти этот паркурчик, и потом выберем время для моего спидрана. Я буду стримить, пока не заспидраню этот паркур. Я не знаю, все там челы не справляются. Мне кажется, я уже с первой попытки, как лютейший спидранер, прохожу. Ну почти. Не знаю, тут будут вообще сложные моменты. Ладно. Походу начался сложный моментик. Окей. Да я просто батя, Окей, let's go. You would like to Porsche Gravity Coil, yes. Сколько стоит? 139! Не, подождите, я конечно немножечко дурачок, но может быть тут можно что-то купить? Мотоцикл. Не он, сколько стоит? Paint, не. Flyer bike, сколько стоит? You don't have this bike. Ой, я могу цвет себе выбрать. Но он мне не поменялся. Ладно, если вам зайдет это видео, то я так уж и быть... Кину сюда робоксов, и мы купим с вами самые жесткие байки. Кстати, если вы покупаете робоксы на самом лучшем сайте RBX-Fail, то используйте мой кодик, и тогда вы получите плюс 40 себе робоксов. Ну и также я получу тоже 40 робоксов, и мне не придется сильно жестко тратиться на видео. Здесь можно уже разгон взять. Нельзя взять. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Оп, все, погнали. Короче, в этой игре все завязано на темпе. Если словить изначально хороший темп, его можно быстренько пролететь, но мне не получилось. Не, я вообще пройду этот паркур сегодня, не? Есть шансы? Ну я просто зверь, да, ребят? Во, вот так. Тут все вот так проходится на скорости. Все, я больше не остановлюсь. Вот ставлю все, что у меня есть, что я не разобьюсь. Все, безостановочно. Проходим безостановочно. Мне кажется, я сейчас один из лучших, один из сильнейших в мире вообще байкеров в этом режиме. Нет! Ну там реально глупая смерть была, согласитесь. Согласитесь. Ну вот это самая глупейшая смерть. Топ самых глупейших. Run. Нет! Нет! Непонятно. Могу я касаться? А, она просто стенка. И так и смысл вообще. Пофиг, когда поехали. Все, берем разгон. Зажимаешь пробел и полетел. Так, ну пока за 8 минут, за 8.20, я прошел 50%. Угу. Ну, кстати, если я все-таки сделаю стримчик, потом как я прохожу вот этот мотор-байк-паркур, там, как он там, байк-паркур, обе,
Это все будет на Твиче, обязательно подписывайтесь, я там каждый день стримлю, общаюсь с вами, и у нас там вообще полный кайф, а не стримы, и мы все вас ждем. Че ты стоишь? Ты что, сыкун вообще? Не боись. Тут вообще делать нечего. Чувствую. Ну, не прочувствовал чуть-чуть. Тут по-другому сделаем. Вот так. Ух. Оп. И полетели. Раз в палас. Оп. Тут попрыгали. Тут разгонщика дают взять. Разгонщика. Какой-то хреновый разгонщик. Оп. Оп. Не-не-не-не-не-не-не-не, куда? Трассы легкие, тут делать нечего, оп. Ай. Да куда ж ты, ёшкин кот? Ай-яй-яй-яй, давай. Let's go. Оп, пролетели. Куда ты, да, не прожался. Ты дурак. Ты вообще больной, ты куда летишь? Ух. Блин, тут, конечно, этот велосипед. И как лютейший спидранер прохожу. Подождите, вот мне сейчас смущает надпись в левом нижнем углу. Написано World 1. Подождите, тут что, несколько еще миров этих? Я типа сейчас... в мире ложков каких-то нахожусь, там будет потом супер жестко вообще. Куда? Да лед! Nope. Ну, кстати, подождите. Я придумал. Ну да, если пробел будет нажиматься, можно за один раз пройти. Потихонечку, помали. Ага. Так, вот так. Потихонечку. Так, сейчас чуть сюда, теперь повернем. Теперь тут повернем. Вперед. Все, я устал. Бам! Ё-моё, скорость! Ну почему? Я хотел бы сейчас на дикой скорости. Но вот это уже не пройти никак, мне кажется, на быстрой скорости. Это... ну, нереально, невозможно. Куда? Блин? Это уже был все. Это я уже реальный скейтер, байкер. Немножко прослайдили. Там, кстати, не было звука, что мне взялся чекпоинт. Походу, я теперь без чекпоинта в войне. Ну, тут я и просто дурачок. Берёмся. Все, газ палас, аккуратно. Так, селся чекпоинт, полетели. Нормич, идем. Все, я вижу концовку, давай, ускорение. Вот только попробуй шар мне сейчас сбить, только попробуй. Немножко дал мне. Yeah, you have unlocked World 2, you beat game in 18 минут 20. Ну, дальше что-то непонятное идет. Что это такое? А это уже все, я прошел паркур. А World 2 это я здесь просто вот так вот шух, чилю немножечко, да, как я понимаю, или нет? Слушайте, он отличается чем-то? Или он точно такой же? Не, он вроде немного другой. Ладно, ребята, на этом видео подходит к концу. Если вам понравился данный видеоролик, поддержите его лайком, подписочкой, комментарием. И тогда я сниму для вас продолжение, где мы уже пройдем с вами World 2. Ну, либо это будет продолжение не видео, а на стриме. Все, всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Лексман. До скорых встреч, друзья!